Мошенники придумали очередную схему. Они получают доступ к личным кабинетам на портале госуслуг, меняют привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляют заявки на получение кредитов и микрозаймов. Специалисты рекомендуют ограничить область использования аккаунта, чтобы пользователь мог самостоятельно выбирать уровень риска и набор доступных опций. Это можно сделать с помощью подключения двухфакторной аутентификации входа в личный кабинет, а также установив собственный сложный пароль.